Всем привет, друзья! Это очередная новая подборка из 15 полезных и крутых вещей с сайта AliExpress. Все ссылки к данным товарам вы найдете в описании под видео. Первый товар нашего обзора – умный массажер для шейно-воротниковой зоны. Идеально сочетает в себе богатый выбор программ миостимуляции, магнитотерапии, разминания, ИГ-прогрева, предлагая простое и компактное решение для профилактики спазмов и болевых ощущений в области шеи, расслабления, снятия напряжения, восстановления ее гибкости, избавления от головокружений и улучшения качества сна. Максимальное время массажа составляет 20 минут. Это светодиодный портативный будильник с проекцией отображения времени в любом направлении. Обладает стильным дизайном и отлично впишется в ваш интерьер. На дисплее отображается время, температура и влажность воздуха. Можно регулировать положение яркости в 4 режимах. Он может работать как от сети, так и от собственной встроенной батареи. При работе на аккумуляторе дисплей тухнет, но стоит вам только заговорить, тут же срабатывает датчик и дисплей показывает всю информацию. А если мы его подключаем от сети, то экран всегда работает. Будильник имеет 13 различных мелодий. Также присутствует радио. На выбор есть 3 цвета – белый, серый и черный. Автоматический тонометр. Это специальное устройство для определения уровня давления. Манжета оборудования фиксируется на запястье, а не на плече. Тонометр отличается компактными габаритами, удобством в управлении и стильным внешним видом. Координация функционирования осуществляется 2 крупными физическими кнопками, расположенными возле дисплея. Измерение и анализ происходит посредством интеллектуальной системы, которая является очень надежной и высокоточной. Она работает на стадии компрессии, так что измерение выполняется максимально корректно. Весь замер занимает очень мало времени. Отличный прибор для домашнего использования. Далее автоматическая открывалка для бутылок. Открывает пивные бутылки менее чем за секунду. Вы сможете быстро, легко и эффективно это сделать одним нажатием. Автоматическое открытие банки происходит, не повреждая крышки. Просто поместите его на крышку бутылки и нажмите вниз до конца. И все, пробка у вас в руках. Прибор имеет достаточно малый размер, и его будет удобно хранить в кухонном ящике. Это очень популярный выбор подарка для любого мужчины. Легкий и прочный чемодан емкостью в 31 литр выручит в командировке или на отдыхе. Корпус изготовлен из 100% алюминиево-магниевого сплава. Срок службы этого сплава превышает 80 лет. Замки с двойным механическим кодированием ТСА обеспечивают безопасность ваших вещей. Колесики сделаны из каучукоподобного полимерного материала, они схожи с резиновыми, поэтому абсолютно бесшумные. Шариковые подшипники позволяют им вращаться на 360 градусов. Чемодан легко переносить, катать, он не бьется и не имеет свойства разваливаться при падении. Крепкие молнии долго не выходят из строя, а отличный замок помогает заблокировать кладь от всех, кроме владельцев. Чемодан оснащен специальными замками ТСА, которые упрощают процесс таможенного досмотра. Эти замки были разработаны при выезде из страны, например, в США, где таможенные службы могут скрывать багаж универсальным замком без его повреждения. Если на чемодане не будет такого замка, то, скорее всего, он будет взломан, а закрыть его уже будет нельзя. Следующий товар – силиконовые шнурки. Необычные шнурки, которые будут отличной заменой тряпичным, старым и вечно путающимся. С такими шнурками нет необходимости ежедневно завязывать 2 конца для комфортного передвижения. Изготовлены из прочного силикона, который имеет хорошую способность тягучести без ощутимого сопротивления. Также возвращается в исходное положение. Шнурки практически невозможно разорвать. На выбор имеется множество цветов. Шнурки приходят комплектами по 12 единиц. А это сенсорный смеситель. Ультрасовременный смеситель для воды. Создан по новейшим технологиям. Подойдет для использования в ванной или на кухне.
Сенсорный смеситель имеет выдвижную изолированную трубу с поворотным корпусом и регулируемым потоком воды, благодаря которой можно выполнять нестандартные действия при мытье кухонных предметов. Установить такой модный смеситель сможет абсолютно каждый. Впишется любой интерьер дома. Цвета можно взять черный, серый или металлик. Карманный портативный проектор, который можно взять с собой куда угодно. Благодаря компактным размерам, сопоставимым с банкой колы, он не займет лишнего пространства в рюкзаке или бардачке автомобиля. Проектор способен выдавать четкое изображение в формате 4К. Система построена на базе Android, поддерживает связь с гаджетами через Wi-Fi или Bluetooth соединение, что очень удобно при дальних поездках. Благодаря данному устройству вам будет чем заняться в свободное время. Хотите добиться принципиально нового уровня при создании фотографий мелких предметов? Фотобокс – отличное решение. В него можно поместить небольшие предметы и добиться качественного изображения без профессиональной камеры. Предметная фотосъемка становится проще, когда не нужно искать нужный ракурс, каждый раз выставлять освещение и беспокоиться о том, чтобы лишние предметы не попали в кадр. Есть несколько расцветок фона – белый, красный, зеленый, синий, желтый и черный. Складная фотостудия отлично подойдет для интернет-магазинов, которым нужно создавать качественные снимки. Фотофон незаменим для мастеров маникюра для демонстрации своих работ. Фотобокс для предметной съемки выполнен из акрила и ABS-пластика белого цвета. Компактный размер и простая сборка позволяют создавать фото в походных условиях. Фотобокс поместится даже в небольшой сумке. В комплекте с ним 5 фонов для фотографий и съемки. Начните творить прямо сейчас. Далее генератор дыма. Устройство отлично подходит для проведения вечеринок и выступлений. Имеется светодиодная подсветка для более четкой детализации. Сам дым безвреден, а его основы состоят из глицерина, который можно изготовить самостоятельно. Жидкость, она же и есть расходник, рецепты которой можно легко найти в интернете, либо купить готовую. По своей сути, правильно бы назвать не дым, а пар. Сам товар имеет множество положительных отзывов, и покупатели довольны своим приобретением. Вымыть окна после дождей поможет вот такой робот-мойщик. Когда окна покрыты остатками грязи, а лезть на подоконник не хочется, даже на уровень третьего этажа, не говоря уже о более высоких. Какое счастье, когда можно отправить на эту работу робота, который плотно прикрепится к поверхности и плавными движениями очищает окна и стекла. Робот прикрепляется к поверхности при помощи вакуума. Однако продавец рекомендует для дополнительной безопасности привязать к нему веревку. Процесс мойки должен проходить в 2 этапа. Первый с моющим средством, а второй с сухими салфетками. Большая часть пыли и грязи высасывается вакуумным двигателем через салфетки из микрофибры. Даже если салфетка загрязнилась, то на поверхности окон все равно не останется ни разводов, ни царапин, так как горсть салфеток достаточно длинный и мягкий. Вы можете управлять прибором с пульта, либо оставить его самостоятельно двигаться при помощи встроенного гироскопа. На данный товар сотни положительных отзывов. 3D деревянный пазл. Это деревянный конструктор с вращающимися механизмами. Отличный конструктор для подростков от 14 лет. Его с удовольствием будут собирать как дети, так и взрослые. Все детали выпилены и полностью готовы к сборке. Простое нажатие на панель с деталью, и она у вас в руках. Все детали соединяются без клея. В процессе сборки отлично тренируется моторика пальцев рук и дополнительно идет воздействие на тактильные ощущения, развивается логика, воображение и пространственное мышление. Сделан из экологически чистого материала – дерева, что придает дополнительные приятные ощущения от работы с природным материалом. Подарите себе и своим близким увлекательное времяпровождение с таким конструктором. У каждого человека бывали ситуации, когда невозможно привести в порядок свою одежду привычным способом с помощью утюга или гладильной доски. Например, в дороге, путешествиях, после самолета или поезда.
Ну а если у вас есть компактный отпариватель, то вы быстро и качественно проведете глажку одежды. Вы легко можете взять ручной отпариватель с собой в дорогу. Паровой утюжок гладит такие ткани, как хлопок, шелк, полиэстер и многие другие. Парогенератор выполняет две функции – отпаривание и глажка. Отпариватель хорошо выглаживает и освежает внешний вид вашей одежды. А эта щетка специально разработана для удаления шерсти и ворса с любых поверхностей. Теперь убрать шерсть или пух стало легко и просто. Щетка достанет их даже из глубокого ворса ковра. Секрет щетки – это тысячи микрощетинок, которые действуют как пальцы, захватывающие каждый волосок или пушинку. Инновационная щетка легко очищается. Подставка для самоочистки использует собственные микрощетинки для очищения поверхности щетки. Вам больше не придется мучиться с раскладыванием и чисткой пылесоса или другого приспособления. Для очищения щетки от сора достаточно просто вставить ее в специальную основу, вся шерсть останется в ней. И последний товар нашего обзора – это квадрокоптер. Имеет в своем снаряжении камеру с возможностью записи видео и фото в хорошем качестве. Его складной корпус позволяет сложить устройство очень компактно. Управление квадрокоптером осуществляется за счет удобного джойстика, которому необходимо подсоединить смартфон на платформе Android или iOS. Смартфон будет служить вам глазами квадрокоптера и передавать картинку с камеры дрона в реальном времени. Джойстик удобный и привычный большинству детей и взрослых. Квадрокоптер с вашим смартфоном можно подсоединить через сеть Wi-Fi. Это быстро и удобно. Дальность полета составляет до 3 км. Наслаждайтесь полетами в воздухе и снимайте пейзажи на встроенную камеру. С этим квадрокоптером вы получите яркие и незабываемые эмоции, которые отложатся в памяти на всю жизнь. Ну что ж, друзья, на этом у меня все. Я надеюсь, что вам было интересно и полезно. Если это так, то не забывайте ставить лайк, подписываться на канал. И все ссылки на эти товары я, как всегда, оставил в описании к видео.